Акционерное общество «Атомтранс» признано лучшим среди предприятий численностью до 500 человек. По итогам 2016 года наша организация заняла первое место в городском смотре-конкурсе на лучшее состояние охраны труда в организациях, предприятиях и учреждениях города Десногорск. По условиям конкурса был проведен анализ состояния охраны труда, обеспечение СИЗ, санитарно-гигиенические условия, проведение специальной оценки условий труда, анализ травматизма, а также проведение обучения и проверки знаний наших работников. На нашем предприятии работает 289 человек. Весь персонал, кому по законодательству Российской Федерации полагается выдача СИЗ, обеспечен им на 100%. В АО «Атомтранс» на всех рабочих местах проведена спецоценка условий труда. Это 319 рабочих мест. На тех рабочих местах, где выявлены вредные и опасные условия труда, работникам производится выплата, компенсация, это 4% оклада. Также во всех цехах нашего предприятия оборудованы раздевалки, душевые кабины, установлены раковины, имеется комната личной гигиены для женщин. Ежегодно проводится производственный контроль. Все работники нашего предприятия проходят первичные и периодические медосмотры. Наши водители проходят предрейсовые и послерейсовые медосмотры. По итогам 2016 года на нашем предприятии не зарегистрированы случаи травматизма. Все работники обучены по охране труда и проходят проверку знаний в комиссии нашего предприятия. С 2007 года на нашем предприятии действует коллективный договор. Последний раз он переутверждался в 2014 году. С сентября 2016 года у нас введено новое положение по системе управления охраной труда. В 2011 году нашему предприятию был выдан сертификат доверия работодателю. В октябре 2016 года наша организация приняла участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» на региональном этапе, где мы заняли первое место в номинации за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости производственной сферы. По итогам 2015 года наш уполномоченный по охране труда Чепурной Геннадий Михайлович занял третье место в городском смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда». Также его документы были поданы на областной смотр конкурса, где он занял первое место. А в 2016 году, по итогам также, наш уполномоченный Остриков Юрий Леонидович занял второе место в городском смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда». Главной целью проведения Дня охраны труда является распространение передового опыта лучших предприятий и организаций по улучшению условий труда работников.